Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds Epic. Ну что ж, забираем свои 15 пятачков и плюс один пятачок за то, что я на Фейсбуке подписан, естественно. Многие задают вопрос: Рэй, где ты скачал эту игру, если она сейчас недоступна в Google Play? Ребята, я ее скачал еще тогда, когда она была доступна. То есть это у меня старая игрушка. Но я тебе скажу следующее: если ты хочешь ее скачать, ты можешь найти в интернете APK-файл и установить, в принципе, ничего сложного здесь нету. Так, ну что, давай тогда мы с тобой, наверное, с чего начнем-то? С подземелья, да? Или все-таки со свинюшки? С маленькой золотой свинки, копилочки, которая нам дает определенные бонусы. Давай-ка бесплатненько сделаем вращение. Компактная прическа, кстати, она будет даже получше, чем та, которая сейчас у Матильды. Давай-ка экипируем. Так, мне еще до сих пор не хватает, да, я так понимаю? Жаль. Я думал, сейчас получим какую-нибудь награду с тобой. Ага. Так, Свин Хрякович дает мне 2 знака дружбы. Это прекрасно. Ну что, я предлагаю, наверное, сразу же рвануть в подземелье. Ты помнишь, да, что там за подземелье? Да, очень жесткое, потому что мои птички там получают стан. Я надеюсь, не надо объяснять, что такое стан, да? Но вначале, прежде чем мы туда с собой отправимся, давай-ка глянем. Может быть, где-нибудь есть сундук или какие-нибудь ресурсы, которые можно собрать. Пока все тихо. А что это за сундук у нас такой? Видишь, время идет, 8 часов. 100% донатский какой-нибудь сундучок. Этот я до сих пор открыть не могу. Ну, слушай, нету тут, по ходу дела, ничего, ребята. Ничего у нас не откатилось, к сожалению. Да, я как помню, как я с этими магами здесь дрался, видишь. Даже не все задания пройдены на 3 звезды. Так, а что у нас тут в магазине есть? Воу, попадья, 2000 пятачков. Давай, я куплю. Я куплю, друзья мои. Пока есть пятачки, надо тратить. Ну что, теперь, по-моему, нам пора в подземелье с тобой идти. Авось пройдем, а может не пройдем. Игра сегодня все это нам покажет. Да-да, именно вот здесь мы с тобой, в пещере номер 4. Практически только начали, у нас, по-моему, всего лишь сыгран один бой. Ну, и идем с тобой на второй. Так, свинская... Ой-ой-ой, 506, а не слишком ли круто? Так, давай-ка мы тогда с тобой возьмем Свина Хряковича. Угу. Совсем другое дело, да? Поехали. Будем их бомбить. Ну, сколько у нас с тобой? 3 помощника, 3 боя. В принципе, пройдем. Не забывай вот этот вот... пар, он нас станет. Бамс. Шикарно, ну-ка. Накося. Опа. Что они, град. Градом ребята нас бомбят. Но тут еще и 4 волны, ко всему прочему. Минус 1. Минус 2. И минус... нет, никакого минуса пока нету. Он ухиляет. Но лучше пускай хиляет. Блин, опять у меня Ред получил оглушение. Вот так всегда оно происходит. Твою ж налево, да что ж ты будешь делать? Оглушен и все. Ладно, давай быстренько с этим разберемся и будем переходить на следующую волну. Бэм. Так. Переходим. О. Бум, ты готов? Я думаю, он готов. Бабах. Здравствуйте, приплыли. Даже ни одного не успели бомбануть. Ну что это за дела такие, а, ребят? На, хорек. Ага, на бомба, да, тянет. Я понял, теперь у меня Хрякович в оглушении стоит. Слушай, ну я думаю, что мы успеем его сейчас бомбануть. Ну-ка, Хрякович, ударь-ка. Вот так вот, все шикарно, друзья мои. Ну что же, мы двигаемся дальше. Последняя волна.
Мне вот этот вот свин напоминает чем-то Ивана Грозного. Раньше вот такие вот шапки были в те времена. Так, посмотри фильм этот, Иван Васильевич меняет профессию. Там у царя такая шапка. Ох ты, массовая атака. Ну-ка, а что у нас делает вот этот? Ну-ка. Твою ж налево, знал бы, я бы лучше бы не применял бы. Хиляет он. Он хиляет. Что ты там собрался делать, а? Что-то уже там задумал, ты посмотри на... Нет, надо вот этого вот бомбануть нам. Сейчас что-то будет неприятное. О, хильнулся. Ну, такой раскладик меня устраивает. Все, друзья, прошли. Слушай, интересно, мы сегодня сможем получить 38 уровень? Как думаешь? Мне кажется, у нас не хватит чуть-чуть. Так, рулим. Дудки, да? Ну давай, попробуем еще разок. Не шиша, ладно. Согласимся на то, что нам выпало. Зелья у нас, по-моему, пока хватает. Крафтить их пока не вижу смысла, ребята. А вот то, что мы с тобой перейдем уже на третий бой, ну, здесь боев будет очень много. Вряд ли мы сегодня, конечно, эту пещеру с тобой одолеем. Вряд ли, у нас не хватит с тобой просто-напросто птичек. Именно помощников. Ух ты, какая-то кукла Вуду. Ну что, возьмем с тобой теперь Свиндиана. Подожди, а давай попробуем хотя бы один бой сыграть своими силами. Да, я не спорю, очень мощные, конечно, тут... Нет, не получится. Не получится. Все-таки возьмем Свиндиана. Попробуем. Я хотел, думал, может быть, своими силами как-нибудь справимся. А потом посмотрел, какие там свинюхи. И решил, что ничего у нас не выйдет. Тем более, смотри, сколько здесь волн. Поехали. На тебе. Получите. Добьешь бомб? Молодец, красавчик. Ого, тройной урон. Ах вы мелкие вшивые птички. Ой, птички, свинки. Ну-ка, давай так. А этого? Чутка не хватает. Блин, тут очень много волн еще, ко всему прочему. Ну-ка. Этот, как всегда, у меня в оглушении, да? Бомб. Ладно, переходим с тобой на вторую волну. Я вот думаю, вот этих, наверное, все-таки надо в первую очередь колбасить. Так. Давай-ка бумкнем. Замечательно. Минус о нем. Ну что, царь? Вот ты что делаешь. Ну ему крышка, ребят. Двигаемся далее. Мы с тобой двигаемся далее. Так, еще три волны впервые с палочками. Вот здесь, кстати, бы не помешало бы нам. Да чтоб тебя, уже оглушили. Ну-ка. С мороженкой стоит. На-ка. А эти с палочками тоже, ребят, не кисло бомбят. Но не так, этот все-таки посерьезнее, да, вот этот вот. Он 122 атаки наносит, а эти по 71. Так что вот, делай выводы. Ну-ка, бам. Блин, ну бомба уже, здоровья-то уже маловато. Мы можем, конечно, сейчас либо защитить. А что он делает вот? А, это контратака. Он вешает на себя контратаку, понял? Упал. Ха. Тоже упал, понял. Давай так. И вот так. Сколько там еще волн? Блин, еще дофига. Еще две. Ага, ну что? Взрываем. Ой, как прекрасно это сейчас было. Как же это было чудесно. На-ка. А почему ты не делал контратаку? У тебя же вроде бы баф стоял. Нет? Мне показалось? Или просто закончилось уже? И вот она, последняя волна. Ага. Мелкий. Блин, теперь бомб у нас оглушен. Да что ж ты будешь делать-то? Кстати, вот бесия вы, конечно, стройными ударами, да? Хорошо, они атаку маленькую наносят. Всего лишь по 50. То есть в совокупности 150 урона они наносят. Втроем. Тут даже немножко больше получилось. Ну что, добиваем. И этого маленького хлыща тоже уничтожаем.
Отлично, друзья, отлично. Скорее всего, да, мы сегодня возьмем, наверное, с тобой 38 уровень. Что будет очень хорошо. Хочу, конечно, получить вот этот вот рецепт. Вау. И мы получаем его. Так, я уже потираю ручки в предвкушении следующего боя. У нас, кстати, с тобой остается всего лишь один помощник. И будет еще попытка на баф. Оу, мастерство еще повышено. Ну, повысили, по-моему, только Реду. Да, только Реду мастерство мы повысили. Ну что, переходим сюда. А следующий бой уже будет с сундучком. Ну что, последний наш помощник — это принц Сало. И второе, вот что мы с тобой можем использовать, это бонус. Плюс 20% к здоровью и 20% к атаке. Но опять же будем драться вдвоем. То есть если кого-то отправить в стан, это уже будет очень плохо. Ну-ка давай так начнем. Я думал, будет попроще. Так, минус маг. Что ты тут задумал? Ты промахнулся, да? Правильно. Ты, кстати, заметил, какие рыбки там плавают в иллюминаторе? Видишь? Тебе не напоминает они Чака? Что ты? Я не это хотел. Блин, я хотел ударить. Промахнется. Ага, промахнется, как же. Ну, зато у нас усиленная атака. Блин, бомба опять оглушили, а. Зато усиленная атака. На. Так, нормуль. Двигаемся с тобой на следующую волну. Ух ты. Ледяной рыцарь, король лич. А мы вот начнем с этого, пожалуй, да? Охламончика. Подожди-ка, вот так сделаем. И бумкнем. Давай бумкнем. Шикарно. Так, секунду. Ты смотри, какой, а? Ты посмотри, какой крепкий этот рыцарь. Но, тем не менее, он не устоял. Двигаемся на последнюю волну. Здесь два рыцаря, один немножко покрупнее будет. Блин, ну вот не вовремя оглушили. Слушай, наверное, нам лучше вот так сделать. Да, чтобы не мешался он. По 176 урона наносит. Это серьезно. Так. Так, и... добили. Что ты делаешь, а? Что ты, Гаврюша, делаешь? Объясни-ка мне на милость. Слушай, он еще выживет. Да. А ну-ка. Нормуль. Прошли. Блин, как же быстро у нас с тобой заканчивается помощь, а? Монетки золотые, конечно. Монетки золотые, конечно, помогли бы мне здесь. Но, ребята, ну что, будем ролить? Давай последний знак дружбы потратим. Зато получили рецепт. Я не знаю, сегодня глянем, работает ли у нас арена. Хочу немножко на аренке повыступать. Но мне кажется, что вряд ли. Так, ну что, у нас битва с тобой идет за сундук. Левел 26-27. И, естественно, нам придется с тобой здесь что делать? Применять наш вот этот вот баф. Так, друзья мои, и все равно у меня не хватает мощей. Прикинь, 404, а нужно, ну, хотя бы 500. Ой-ой-ой-ой-ой, и тут еще такие свиньи мощные. Ладно, давай попробуем, а вдруг все-таки получится одолеть. Ну, по крайней мере, мы можем с тобой воспользоваться нашими хилками. Так, два свиньи... ох, елки-палки, а там еще и... там еще их и дофигища, ты посмотри, сколько. Ё-моё. Вот это да, ну хорошо, что они тут обдумывают. Это, кстати, нам на руку. Это нам на руку. Вот это, конечно, что-то успеет замутить. Уж не знаю, что он сделал. Блин, ну как не вовремя, ну Ред, ну как так-то? Он же сейчас, что ты сделаешь? Ох ты. На 500 с лишним был удар. Это серьезный ударчик. И лучше бы он, конечно, бомбанул бы так Реда. У Реда... так, он еще и отравил нас, ко всему прочему. Вот оно что. Ну что, давай смотреть дальше. Опять? Блин. Да ну. Ё-моё. Так, ладно, хорошо, этот на Реда, а этот, ну, понятно, на бомба. Я не имею права, ребята, сделать... слушай, давай вот так вот. Ох ты. Ред, тут ты меня порадовал. Вот своей суператакой бомб, конечно, бы столько урона не нанес, поверь мне. Сейчас он звезданет по нему.
496 урона наносит. То есть вы хотите сказать, что здесь будут вот эти вот все крупные свиньи? Блин, это плохо. Но так оно и есть, ребят. Все крупные свиньи. Так, подожди, у нас с тобой есть пицца. Давай немножко ее используем, чтобы нам перец с тобой как можно быстрее накопить. Ага. А, так они вдвоем еще и бомба хотят мне приглушить. Кого ты бе... Давай вот этого амбала. Молодец, красавчик. Все, они не выживут. То есть этого добьем, наверное, и вот этого. Успеть мы должны. Ну ты, блин, серьезно, что ли? Ну, ну сейчас звезданет, ребята, очень сильно. На 700. Ну нет, тут надо лечить. Тут надо лечить. А не хватило-то буквально одного удара. Да если бы он не был бы оглушен, наш Ред, все было бы хорошо. Да блин, да сколько же у вас, а? Ну, поехали. Начнем. Так. Ага. Мы можем, конечно, поставить усиленную атаку, но нам придется туда пропустить ход. А я как бы не особо на это. Да что же вы опять хотите мне... Блин, бомб, ну... Такое ощущение, что это... Если они вдвоем ударят, ребята, это будет крах. Но одного мы, слава богу, вырубили. Но бомбу все равно сейчас достанется. Да, и на сколько? На 600. Еще и оглушили его. Еще и оглушили. Ну что, придется, наверное, опять... Вы издеваетесь, а? Вообще не выпускает его из стана, прикинь? Так, ну что, последняя волна. О, это наш клиент, ребята. Это наш клиент. Отлично. На тебе. Упс. А у него массовая атака получается, да, будет? У него сейчас будет массовая атака. Выжили мы. И добиваем. Ну вот. Чуть-чуть нам не хватило с собой. Чуть-чуть, чтобы получить левел ап. Блин, немножко даже как-то обидно. Эх. Рулить я не могу, к сожалению. Ну что, друзья мои, как бы по заданиям на сегодня все. Потому что, ну, продвигаться дальше я не могу. Только лишь из-за того, что нету ни помощников. Так, зато я могу сундук вот этот вот открыть. Так, мани... Оу-оу-оу-оу. Чего там? Мастерство повысили. Слушай, вот это классно. Вот это круто. Так, давай-ка мы посмотрим, что у нас тут с яйцом. Что у нас там с яйцом? Так, магазин. Так, бесплатно. Замок. Сласти на пасти. Так, свиньи в броне игнорируют удары, наносящие малый урон. Ничего себе. На крафт у нас что-нибудь с тобой есть? Давай глянем. Вообще ничего. Да? Вообще ничегошеньки. Не хватает ресурсов. Давай хотя бы попробуем. Погоди-ка секунду. А, здесь же тоже монеты нужны, да? Да-да-да. Слушай, подожди, а почему у меня вот это не экипировано? Стоп. Как нам сравнить шмотки? Это где делается? Например, я беру вот здесь, да? Смотрим. А, ну да, все самое худшее. Так, давай-ка мы с тобой, наверное... Вот то, что у нас вообще здесь, ребята... Так, ты разломать свою лучшую вещь. Нет, зачем свою лучшую? Вот эту. Блин. Верни. Так, вот это что такое? Использую ресурсы, чтобы заполнить шкалу. Как только она полностью заполнится, станет... предмет станет сильнее. Так. Слушай, ну это надо не для Матильды. Это нам нужно сделать, ну, хотя бы для... Кто у нас основной? Ред. У него вот этот трезубец. Все остальное слабенькое, да? Ну вот, давай его и улучшим. Попробуем улучшить. Так, морская звездочка. Плюс 10. Давай тут попробуем.
20. А только ресурсы, да? Только ресурсы, получается. Ну давай вот эти вот коробки. О-о-о. Так, лучше вот это тогда. У нас их дофигища. Все потратил. Давай здесь тоже уберем, потому что, ну, чтобы вообще ничего не осталось. И... как всегда, ребята, как всегда, я все время забываю, что здесь нужно и пятачки, и здесь нужны вот эти вот кристаллы. Ну, кристаллов хватает, а вот пятачков нет, к сожалению. Тогда нам придется, наверное, еще уменьшить. Еще уменьшить. А что, это бесполезно? Понятно. В общем, пятачки-то я потратил, друзья мои, а они, оказывается, нужны нам были. Так, подожди. Вот как мне... я вот не помню, как вот... ты действительно хочешь разломать вещь из комплекта? Ну вот если, например, я хочу, да? Что я там сломал? Ага, вот так вот. Ёпрсты, я сейчас... фух. Я уже немножко шуганулся. Я уже думал свою шмотку лучшую разломал. Фух. Вот так вот, да? Мы с тобой ломаем. Так, это... вот это все нам не нужно с тобой. Так, это мы оставляем. Так, давай, ломаем. О, так тут у нас аж... вот это вот тоже сломаем. Это. И вот это. А это мы оставляем. Просто хлама очень много, ребят, поэтому надо как бы от него избавляться, ну согласись. Смысла я не вижу его тут копить. А ресурсы, ты сам понимаешь, они нам нужны. Так, я забыл. А какой у меня предмет-то был? Хорош так баловать. Сейчас уничтожу еще свои самые лучшие предметы. Так, что у нас здесь? Получить подарок, давай. Так, и... бесплатное вращение. Счастливая карта. Оу. Давай, конечно, возьмем, раз она лучше. Так, опа. Подожди, ну тут же... так а что я должен сделать-то, ёпрсте? Что-то... вещи из легенд комплектов. Ну, а как? Почему я не могу взять? Эй, ребята! Она же моргает. Ну, давать мне почему-то не хотят. Так, здесь у нас что с тобой? Вот такой вот шлем, да? Но у нас пока вот этот одет. Это защиту нам дает. По-моему, этот я ношу в данный момент. На чеке что стоит, не помню. Не пропустите. 260 золотых, не пропустите. Спасибо большое, ага. Вот как вот улучшить элитный... так, улучшение доступно только во время событий. Как вот улучшать, ребят? Я не знаю, еще ни разу не получалось. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут по зелью варенья получается. Да, у нас нет вот этих вот свинотных рыл. А их же можно как-то сделать? Семечек нету, поэтому никак ты не сделаешь. Так, ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, пойдем посмотрим все-таки на арену. Смогу ли я там выступать или нет. Или все, арена сломалась. Насовсем, как говорится. Че меня сюда-то выкинули? Вы меня на материк выбросите, пожалуйста. Не надо мне там показывать вот эти вот подземелья, которых я уже все. Я уже не могу там ничего сделать, понимаешь? Ну и что, нам здесь выпадет? Один золотой и 60 пятачков. А что у нас в этом? В додзе орла. Ох ты. Мы можем повысить мастерство для Реда. Ага, для наших синих троицы. Для Матильды. Давай сделаем для Матильды. И вот здесь.
Мастерство плюс 500. Для всех классов нет. Этого уже не надо. Ну что, сгоняем с тобой на арену, посмотрим. Надеюсь, она работает. Просто хочется мне немножко сегодня здесь повоевать. Арена закрыта на доработку. Друзья мои, не работает арена. Я не знаю, с чем это связано. И я даже не могу подарок почему-то получить. В чем проблема? Скажи-ка мне на милость. Не знаю, что тут написано. Ну что-то написано. Я даже не могу, ребята, взять. Действительно закрыто. Напишите, если у кого Angry Birds Epic есть, у вас также не работает арена, или это только у меня? Возможно, друзья мои, надо ее будет обновить. Но она вроде бы не просит обновления у меня. Так что на арену у меня не получается. С подземельем я сейчас тоже сделать ничего не могу. Соответственно, больше ничего не могу сделать здесь. Вообще ничего. Ну, только вот здесь вот у нас события есть. Так, сколько тут? 2 из 2. Ну, предположим, да, давай предположим, я зайду и просто хотя бы гляну. Но, насколько я помню, ребята, эти подземелья отличаются очень такой хорошей сложностью. Ой-ой-ой-ой-ой, и опять зомби. О, все, я понял. Я понял, мне здесь ничего не светит, ребят. Они меня здесь в пух и прах разнесут, это уж точно. В пух и прах. Сейчас смотри. Ого! Ты посмотри. Ну ладно, отрыжка еще фиг с ним. Но вот этот, когда ударил своей костяшкой, это, конечно, было что-то. С чем-то, ребят. Даже если я его захиляю, друзья, если захиляю, все равно очень много мы тут потратим. О, у нас еще и отравили. Очень много потрачу ресурсов, оно того не стоит, поверь. Оно того вообще не стоит. Тем более через 3 хода он встает, зомби этот. Сейчас бомб у меня погиб, потому что он был отравлен. А этот сейчас встанет. Ребят, нет, ну здесь вот так вот и столько. Бамс. Но это только первая волна. Ну что у меня здесь Red 1 сделал? Да ничего, ребят, его сейчас просто распишут. Тем более вот этот аглоед, наверное, так будет сейчас бомбашить. Ну-ка. О, урон никчемный. Ну, маг не особо страшен, я смотрю. Что это он там на меня повесил-то такое? Что-то на меня повесил непонятное, видишь? Так, сейчас ударит. 633 урона. Серьезно. А, он восстанавливает себе здоровье. Это вампиризм, ребята. Все, я понял, вот этот, да, он восстанавливает себе здоровье за счет моего. Сейчас что-то опять влепит. Что? О, призвал еще одного с дубинкой. С костью. Нет, это не резон. Офигеть. Да. Ладно, погибнет мой Ред сейчас. Его тут уже ничего не спасет. Я, в принципе, ни на что не ждал. Да, это, ребята, испытания очень серьезные. Тут как бы халява не прокатит. Тут должны быть действительно прокачанные птички с прокачанной броней. Только вот в этом случае тебя ждет хоть какой-то элементарный успех. Ну что, а если у нас арена не работает, да, если у нас с тобой нету больше помощи, тогда мне придется просто-напросто тупо закругляться. Серия получилась, конечно, коротенькая, но другого я ничего не могу сделать. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.